Опасно ли брать снасти и бурить лунки? Толщина 9-10 сантиметров. Сотрудники ГЕМС замеряют толщину льда на озерах Нижнекамска. Все для удобства пациентов и персонала. Сегодня дополнительные локации, где жители могут оставить свой автомобиль. На Ахтубинской рядом с больничным городком появилась новая парковка. Изготавливают сухой душ, фасуют посылки и убирают территорию. Делаешь добро, а потом добро само возвращается. Дети 6, 7 и 8 микрорайонов помогают пункту сбора гуманитарной помощи. Надежды спорта. Самые сложные связки на коне – это проходка, шпиндель и соскок. В Нижнекамске прошел турнир по спортивной гимнастике. Об этом и не только прямо сейчас. В прямом эфире «Нижнекамские новости» в студии Вера Вирц. Здравствуйте. Можно ли выходить на лед? Такой вопрос сейчас интересует заядлых рыбаков и любителей покататься на коньках. На реку выход точно запрещен, потому что водоем еще не затянулся ледяной коркой. А вот как обстоят дела на озерах, узнавал наш корреспондент Вера Муратова. Толщина 9-10 сантиметров. Лед стоит уже плотно. Сотрудники ГИМС замеряют толщину льда на озере Долгое. Здесь течения нет, поэтому водоем уже полностью затянуло коркой. 7-10 сантиметров. Эта толщина считается безопасной и может выдержать вес одного человека. Но вот толпой выходить все же пока не стоит, говорят инспекторы. Если лед начинает трескаться, когда человек идет по льду, надо идти в обратную сторону, откуда он пришел, и выходить с этой территории. Если лед начал трескаться, значит там лед тонкий, он начинает хрустеть сразу. Чувствуется. Василий Абзалудинов, заядлый рыбак, говорит, прежде чем отправиться на первую подледную рыбалку, несколько раз выходил на разведку. Был тут вчера, замерял толщину, а уже сегодня собрал снасти и бегом бурить лунки. Чтобы не оказаться в воде, надо соблюдать золотые правила, говорит Василь. Главное, не пить алкоголь. Его многолетний опыт показывает, это основная причина трагедии на воде. Сотрудник ГИМС все же не упускает момента провести с рыбаком профбеседу. Вам памятка на всякий случай, чтобы почитайте, ознакомьтесь. Хорошо, спасибо. Там экстренные телефоны есть, если какая-то беда случится с кем-то, чтобы позвонили. Лед уже толстый стал, нормальный. Здесь 9-10 сантиметров. Одного человека выдерживает нормально. Хвастается своим уловом и Самигула Салманов. Поймал сегодня две щуки и несколько окуньков. Рыбалкой он занимается 10 лет, и за это время под лед ни разу не проваливался. Как относитесь к тем людям, которые рано выходят на лед? Ну, это дело хозяйского, кажется. Жить не хочет, залезет. А вы сами не рискуете, вот проверяете, да? Обязательно. Я вот захожу, метр там бурю, рукой эту толщину проверяю. Я всегда так. А бывало так, что нет, проваливались? Нет. Не было. Нет. Проваливаются только пьяными. Пьяные – это дураки. На озере Долгое сегодня резвились не только рыбаки. Некоторые вышли покататься на коньках и погонять шайбу. Но делать это можно не на всех озерах. Поэтому инспекторы ГИМС будут объезжать каждый водоем и предупреждать об опасности тонкого льда. Спасательный пост начал свою работу. С сегодняшнего дня на вооружении имеется вот такая техника «Хивус». Выезжает она по сигналу СОС уже в течение 10 лет. В общем говоря, здесь все готово для того, чтобы спасти утопающего. Реки пока считаются опасными, поскольку лед на них только-только начинает образовываться. Эти водные объекты сейчас в основном привлекают экстремалов, которые пытаются выйти на самую кромку льда. Но с такими разговор будет короткий. На них будет выписан протокол и наложен штраф. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Все для удобства пациентов и персонала. На улице Ахтубинской рядом с больничным городком появилась новая парковка, рассчитанная на 200 машиномест. Ранее там стояло пятиэтажное заброшенное здание, отделение репродукции. Два года назад решили его снести, а территорию благоустроили и оборудовали парковку.
Просторная, чистая, с удобными заездами. Рядом с городской больницей появилась новая парковка, рассчитанная на 200 машиномест. А ведь долгие годы пациенты и медперсонал обходили эту территорию стороной. Здесь стояло заброшенное здание. Здесь тоже было достаточно сложно эту территорию привести в порядок. Во-первых, стояло здание, били подземные ключи, и достаточно много было коммуникаций. И сейчас мы стоим вот на том месте, которое будет радовать наших людей, которые нуждаются в медицинской помощи. Вот так выглядело здание, которое тут располагалось. В советские годы оно было роддомом, затем отделением репродукции и гинекологии. Примерно в 2016 году здание перестало функционировать. Постепенно его стали громить подростки, внутри собирались бездомные и прочие сомнительные компании. Заброшенный корпус уже не состоял на балансе больницы. В 2022 было решено его снести, а после на его месте сделали эту парковку. Сегодня дополнительная локация, где жители могут оставить свой автомобиль, дойти и до МФЦ, и до стоматологических клиник, и до колледжа, и в том числе, конечно же, воспользоваться нашими площадями медицинскими. Ну и, конечно же, при возможности этой парковкой будут пользоваться, конечно же, и сотрудники нашей больницы. Новая парковка находится по адресу Ахтубинская, 17А. Светлана Шумкова, Максим Липин, новости НТР. Рамиль Мулин предложил провести встречу представителей профильных учебных заведений и заинтересованных работодателей. В Нижнекамске обсудили нехватку кадров в правоохранительных органах и пожарной службе. Совещание состоялось в КИУ. Так, в МВД города и района в 2024 году некомплект личного состава вырос на 5%. При этом количество принятых кандидатов осталось на уровне прошлого года. МВД активно работает с СУЗами и ВУЗами, откуда удалось привлечь 40 кандидатов. В пожарных отрядах 14 частей дефицит сотрудников составляет 47 человек. Напомним, муниципалитет работникам этих структур оказывает неплохую поддержку. Например, компенсирует затраты на детские сады и школы, предоставляет квартиры участковым. Я напоминаю, что для вашего удобства медиахолдинг НТР-24 есть и во всех социальных сетях. Выпуск новостей в прямом эфире можно смотреть и в нашем телеграм-канале НТР-24.ру. Он также, как на телеэкранах, начинается в 19:00. Там же ведется круглосуточное вещание телеканала «Татарстан-24». Высокая температура, боли в груди, сильный кашель. Специалисты Роспотребнадзора отмечают в Татарстане рост заболеваемости внебольничной пневмонии. Ситуация эта сезонная, характерная для холодного времени года. Сейчас ежедневно с этими симптомами в поликлинику обращаются граждане. В стационаре находится 31 пациент с тяжелым течением этого заболевания. Жалобы на что у вас? Высокая температура, отдышка. Кашель с мокротой. Ежедневно в красную зону обращаются пациенты с подозрением на пневмонию. В холодный период этого года это заразное инфекционное заболевание быстро передается воздушно-капельным путем. Сейчас пойдете на рентген, ладно? Снимите рентген, подозрение на пневмонию. Большинство граждан отправляют на больничный. 31 человек сейчас проходит лечение в стационаре, так как у них тяжело протекает заболевание и нужен контроль врача. Но есть и те, кто тянет с походом в поликлинику, самостоятельно ставит себе диагноз и лечится всем подряд. Они занимаются самолечением, особенно вот бабушки, дедушки, они не работают, им больничный не нужен. Поэтому они неделями сидят дома, пьют чаи, там гоняют, ну по старым методам уж. А потом приходят, мы их на снимок отправляем, и на кровь у них оказывается пневмония. Пневмония или воспаление легких – вариант острой респираторной инфекции, поражающей легочную ткань. Наибольшему риску развития пневмонии подвержены люди старше 65 лет. Поэтому врачи настоятельно советуют не посещать своих пожилых родственников в период болезни. Пациент, у которого есть пневмония, он является заразным для окружающих. Поэтому, исходя из всего этого, необходимо просто соблюдать какие-то примитивные методы защиты. Это в местах скопления людей –
не появляться, не посещать. Во-вторых, чаще мыть руки. Если вдруг все-таки появятся, да, какие-то симптомы заболевания, температура поднимется, респираторные синдромы появятся в виде кашля, то не стоит выходить на работу, необходимо остаться дома. Не стоит посещать своих пожилых родственников, и детей не стоит отправлять в учебное учреждение. Уязвимы перед пневмонией и пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, а также те, кто перенес трансплантацию органов, получающим химиотерапию или длительно принимающим стероиды. Обращаться можно в красные зоны обеих поликлиник с 7 утра до 19:00, в субботу с 8 до 15:00. Если у вас боль в груди, сильный кашель и температура выше 38 градусов, не теряйте времени и не занимайтесь самолечением, а приходите сюда, в красную зону, где вас посмотрят, послушают, сделают рентген и назначат правильное лечение. Светлана Шумкова, Максим Липин, новости НТР. Сотрудники ГИБДД подвели итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса», которая проводилась с 18 по 27 ноября. Инспекторами за 10 дней было выявлено 40 нарушений. 37 водителей совершили выезд на встречную полосу впервые. Остальные нарушили данное правило повторно. На каждого был составлен административный протокол. Выезд на встречку – это грубое нарушение, поэтому карается строго. При первом задержании водитель будет обязан оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей или же предусмотрено лишение прав сроком на 6 месяцев. При повторном права забирают на год. Вместо игр и забав дети, проживающие в 6, 7 и 8 микрорайонах, каждый день приходят в пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО и помогают, чем могут. Юные тимуровцы изготавливают сухой душ, помогают фасовать посылки, убирают мусор на территории от листвы и снега. После школы эти ребята каждый день приходят в пункт сбора гуманитарной помощи на Химиков 72Б. Юным тимуровцам по 9 лет, и они уже для себя решили, что свободное время лучше потратить на общественно полезные дела. Мальчишки и девчонки точно знают, что тут они будут полезны, и работа для них всегда найдется. Мы их называем тимуровцы. Они занимаются различной работой, иногда помогают грузить, разбирать пакеты, выносят мусор, если надо, зимой чистят снег, осенью метут листву, подметают, убираются. И мы очень довольны, что у нас есть такие труженики тыла. Работают ребята очень быстро. За несколько минут они изготовили целую коробку сухих душей. Потом помогли расфасовать сухой корм для полковых кошек и собак на СВО. Лариса Орлова говорит, что их помощь колоссальная. Тимуровцев хлебом не корми, дай поработать. И мотивация у каждого своя. Я хочу стать солдатом, помогаю бездомных животных, кормлю и помогаю. Ну, тебе здесь интереснее, чем гулять? Да. Делаешь добро, а потом добро само возвращается. В знак благодарности для юных патриотов организуют различные мероприятия. Не так давно они встретились с бойцами, которые приехали в отпуск. Дети до сих пор под впечатлением. Мы видим здесь военных. Вот было мероприятие, приезжали военные. Показывали нам оружие. Пули, гранаты, дроны. Пистолеты. По словам председателя СТОС 6, 7 и 8 микрорайонов, бригад юных тимуровцев у них несколько. И очень радует, что ребята не шатаются по улицам, а всю свою энергию направляют на то, чтобы помочь бойцам СВО и принести пользу обществу. Вера Муратова, Максим Липин, новости НТР. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 400770. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8-917-93-73-077. Сегодня наша республика отмечает День государственного флага. 29 ноября 1991 года он был утвержден Верховным Советом Республики Татарстан. По этому случаю в образовательных учреждениях, библиотеках и культурных центрах города и района прошли различные мероприятия – викторины, выставки, конкурсы рисунков. Детям рассказывали о значении цветов на флаге, о важности понимания своего культурного наследия и его сохранения. Также сегодня телевышка окрасилась в цвета татарского триколора.
Современные технологии в детских садах. 4 дошкольных учреждения и 2 школы Нижнекамска стали обладателями гранта в рамках республиканского конкурса по сохранению и развитию языков, традиций, культур народов Татарстана. В списке победителей и детский сад номер 44. Его коллектив разработал комплект интерактивных игр, помогающих изучать родные языки. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Айлин, давай украсим наш фартук с татарскими национальными орнаментами. Украсим? Давай. Изучение татарского языка посредством интерактивных игр – это основная цель проекта, который был разработан в 44-м детском саду. По словам педагога по обучению татарскому и русскому языкам Алсу Герфановой, современные технологии помогают детям развивать мыслительные способности, внимательность, а главное – учат разговаривать на родном языке. Я очень люблю занятия на татарском языке. Мы там играем, смотрим татарские мультфильмы и разговариваем на татарском языке. Проект «Ақылы Балашақ» – это комплект интерактивных игр, который является дополнительным материалом для педагогов, обучающих детей татарскому языку. В течение 2 лет Алсу Герфанова занималась составлением интерактивных игр, которые и вошли в данный проект, и традиции народов республики. Так как дети сейчас все в прогрессе, все играют в телефоны, для них более интересны интерактивные игры. Они очень охотно играют, повторяют. Мы развиваем диалогическую татарскую речь. Размер гранта 500 тысяч рублей. Эти средства планируют направить на приобретение необходимого оборудования. Что такое интерактивные игры? Как их создавать и применять? Этому сотрудники 44-го детского сада будут обучать своих коллег из других дошкольных учреждений города и района. Это также было одним из условий данного гранта. Гульназ Хайрудинова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Надежды спорта. Сегодня в Нижнекамске прошел турнир по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены от 7 до 10 лет. Борьба за награды развернулась в индивидуальном многоборье. Все подробности у Александра Халина. Конь, кольца, брусья, упражнения на перекладине – основные виды программы сегодняшних межмуниципальных соревнований по спортивной гимнастике. Этот турнир стартовал в спортивной школе номер 1. И сейчас за моей спиной свое мастерство демонстрируют мальчики в возрасте от 8 до 10 лет. Надо отметить, что не самая большая конкуренция на этом турнире, но при этом уровень спортсменов довольно высокий. Это отмечаю не только я, но и специалисты. Буквально несколько минут назад пообщались мы с главным судьей этих соревнований Александром Тураевым. Ему слово. Безусловно, эти соревнования полезны, потому что после долгих выходных летних мы хотим показать, на что способны наши дети, чему научились и чем им еще предстоит работать, над чем. Сегодня соревнования проходят в личном многоборье, то есть здесь очень ценится универсализм. Чтобы добиться высокого результата, спортсмен должен показать высокий уровень на каждом из снарядов. Ну и вот один из тех спортсменов, которому это пока что удается, Данис Гелимханов, удалось мне подснять, как он выполнял свое упражнение на коне. Давайте в режиме лайв посмотрим, ну а затем Данис поделится своими впечатлениями. Самые сложные связки на коне – это проходка, шпиндель и соскок. Мне сегодня повезло, потому что на прошлых соревнованиях у меня были неудачные, и в этом соревновании у меня все получилось. Также сегодня в зале спортивной школы номер 1 будут соревноваться и девочки, но к своим снарядам они подойдут чуть позже. Там будут выступать спортсменки в возрасте от 7 до 10 лет. Кстати, есть одно существенное отличие. Если мальчики соревнуются на 6 снарядах, то девочки будут демонстрировать свое мастерство на 4. У них сегодня в программе брусья, упражнения на бревне, опорный прыжок и вольные упражнения. Вот такая вот программа, достаточно насыщенная.
Кстати, что касается конкуренции, то у девочек она чуть выше. Там, помимо нижнекамских девчонок, будут выступать представительницы Набережных Челнов и Альметьевска. В общем, вот такая ожесточенная борьба ожидается за награды. Ну и сегодня в конце дня самые достойные, конечно же, получат свои кубки и награды. В общем, болеем за наших. Александр Халин специально для телеканала НТР. Будущие электромонтеры, студенты Нижнекамского индустриального техникума побывали на предприятиях шинного комплекса «Кама Тайрс». Они своими глазами увидели, как изготавливаются грузовые шины, и посетили цех, который управляет всем энерго- и водоснабжением компании. Такие мероприятия организуются регулярно по федеральному проекту «Профессионалитет», в котором шинники принимают участие. В целом за год в его рамках для учащихся профильного учебного заведения провели более 10 образовательных экскурсий. Экскурсия для будущих электриков началась с производства по выпуску грузовых шин. Процесс этот многоступенчатый, а его основные циклы – сборка конструкции шины и ее вулканизация. Именно после нее заготовка обретает привычный каждому вид обувки для автотехники. Здесь, ну, автоматически все происходит. Цикл рассчитан так, что один процесс заканчивается и начинается другой. Студенты не только с интересом наблюдали за технологическим процессом, но и задавали важные для них вопросы об условиях труда, социальных гарантиях и зарплате. Я на шинном не в первый раз. Здесь у меня работала мама. У меня папа электрик. Папа сказал, электрики везде нужны. Поэтому я стал электриком. Побывали будущие электрики и в современном высоковольтном распределительном пункте, так называемом сердце предприятия «Энергошинсервис». Именно оно обслуживает электрооборудование и трансформаторные подстанции шинного комплекса. Занимается его энерго-, водо- и парообеспечением. У нас на предприятии разработана система адаптации молодых работников. Что значит адаптация? За каждым из работников закрепляется наставник и руководитель, который поведут этого молодого специалиста в сам Азов с изучения инструкции, рабочей должности и так далее, вплоть до получения опыта на рабочем месте. Шинный комплекс «Кама Тайрс» – участник федерального проекта «Профессионалитет». В его рамках шинные предприятия и учебные заведения выстраивают взаимовыгодное сотрудничество. Так, экскурсии на производство, к слову, в ноябре их было 5, часть образовательной программы проекта. В его рамках студенты индустриального техникума проходят практическое обучение в цехах и лабораториях. По итогам практики заключаются целевые договоры, и по окончании учебного заведения выпускники становятся работниками «Кама Тайрс». Светлана Шумкова, Алмаз Кашаев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Далее информация рекламного характера и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Позитивных вам выходных. Надежная и теплая зимняя женская и мужская обувь от лучшей белорусской фабрики. При ее изготовлении соблюдены все нюансы, которые важны в минусовую погоду. Материал изделия и утеплителя, толщина подошвы, фурнитура. Благодаря именно этому ваша обновка точно будет устойчивой к самому суровому холоду и незаменима в сезон гололеда. Полусапожки из нашего зимнего выступления сделаны по удобной колодке. Специально для тех женщин, которым помимо элегантного внешнего вида ценен также и комфорт в любую погоду. Внутри очень много места. Посетительницам с деформированной стопой они в особенности подойдут. Также данная модель славится своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации, что называется на горячую. В задней части располагается небольшой полукаблук для разгрузки опорно-двигательного аппарата и суставов, как зачастую рекомендуют ортопеды. Здесь представлены модели на любой вкус, предпочтение и размерный ряд. Эти стильные и удобные зимние сапоги и ботинки прослужат вам не один сезон. Натуральная кожа и мех в совокупности с идеальным пошивом – главная гарантия их качества. Внутри каждой пары анатомические стельки, а сама обувь и снаружи, и внутри сделана из натуральных материалов. Моделей очень много, очень широкий ассортимент. И каждый найдет для себя подходящую обувь. На выставке можно также приобрести качественную верхнюю зимнюю одежду турецкого качества, которая дополнит образ к новой обуви. Здесь же представлен большой выбор постельного белья. Приобрести все это вы можете в магазине «Белорусская обувь», расположенном в торговом центре «Барс-1», цокольный этаж. Часы работы с 10 утра до 19 вечера.
субботу, 30 ноября, в Нижнекамске синоптики прогнозируют пасмурную погоду и дождь со снегом. Температура воздуха днем будет около нуля, ночью до минус 1 градуса. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В воскресенье ожидается пасмурная погода и дождь со снегом.